прошу прощения, что я не с вами сейчас. Я вообще сначала подумала, что это первоапрельская шутка. Попросила своих ребят, коллег проверить. Ну нет, это опубликовано на официальном сайте СПБУ. Представляешь, что я призывала к убийству, к массовому убийству украинских детей. Ну, во-первых, понятно, что этого никогда не было. Все мои призывы, они всегда публичны. Никогда не было? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не 7, не 8 лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в своё время їх так і оставили недобітками, поэтому в этот раз придется добить. Звісно ж, Бобруїдка розуміє, що за кожне її слово проти українців буде відповідальність. Тож тепер вона взялася грати на випередження.